Так бывает. Человека уже нет, а дело, которому он посвятил всю свою жизнь, живет. В Дальневосточном художественном музее открылась персональная выставка хабаровского художника Ильи Нигая. Его не стало 6 лет назад. За почти полувековой творческий путь ему так и не случилось показать миру свои пейзажи. Эта экспозиция первая. Я представление имел, что, в общем-то, у него такая вот красивая, профессиональная живопись. Он всегда для меня был почему-то графиком. То есть мы знаем, что Нигай – это график. Классный график, акварели замечательные. Графика очень красивая, очень тонкая. А это для меня, конечно, открытие. Творческое наследие Ильи Нигая бережно хранит его семья. Сыновья, которые пошли по стопам отца, и его супруга Любовь. Чтобы воплотить в жизнь мечту художника о персональной выставке, они достали из семейного архива более 70 работ мастера, выполненных маслом и акварелью. Мне почему-то больше всего нравится смотреть на эту работу, потому что она очень такая энергетически сильная, в плане того, что тут очень выразительно показан вот этот вот солнечный свет. Она очень напоминает всю нашу жизнь. Говорят, что картина художника – зеркало его души. Илья Петрович Нигай был очень мягким, скромным человеком, сдержанным, но открытым миру. Что мне нравится в его живописи – это вот колорит. Вот посмотрите, ни одного нет холста, где бы что-то вот раздражало, можно было что-то мешало глазу. То есть взгляд ложится на холст и спокойно себя там чувствует. То есть нет никаких шероховатостей, нет никаких диких каких-то отношений, понимаете, вот, ну, чем страдают нынешние художники. У него улыбка была такая вот светлая-пресветлая. Он всегда вот заходил, когда вот он много раз был у меня в мастерской, мы с ним как-то пересекались и на выставках, но визитная карточка у него была вот какое-то сияние доброты и вот эта улыбка. Илья Петрович Нигай очень любил дальневосточную природу. Он вырос на Сахалине, в детстве частенько встречал рассветы на берегу моря. И в своих работах старался передать состояние окружающего мира таким, каким видел его сам. Наталья Чернышова, Александр Марченко, Хабаровск. События.